Да, подожди. Потом идет дождь. Обратно скатиться можно? Не нужно. Оу! Я! Это! По пятому вороту отбивай. Пятый ворот. А? А, там финиш есть? А! Погоди, скажи, что там финиш сделали. Так, к старту готовится экипаж номер один, Смирнова Сергея. Раз, два, три. Чисто! Близко воткнули. Надо будет отодвинуть его. Дэн, давай отодвинем этот. Зачем? Вот это нормально? Саня. Решка порвала. Ничего страшного, ничего страшного. Зря остановился, ты зря. О, ты представь, как он залез туда. Ты представь, как он залез. Это грунт, это не касается. Я видел, как он коснулся. Это грунт у меня снят, он грунт. Бывает, что сами кто натягивает, там, считывает. Ну вот здесь в данном случае. Дави, дави, чисто, чисто. Вы тут блядь, стойте здесь.
Чисто, я смотрю, чисто. Чисто, здесь тоже чисто. Отойдите, отойдите оттуда. До конца спускайся, до конца. Касание. А если вот ворот не зашел, то не получается. А? Касание. Чего сразу не топанул? Не знаю, блин. Тапку в полу, все, вперед. Вот, блин, чудо. Враждебной техники, да? Вази? Не, во. Какой подлый он, блин. Мне нравится, блин, так. Подлый такой, наглый, блядь, пиздец. Российский автомобиль. Настоящий российский автомобиль. Согласен? Блин? Да. Это же не Жигули, блядь. Отечественный автомобиль. Вот это же не АвтоВАЗ. Да мы тоже. Ладно, не страшно, я моя. Итак, карта готова. И Шкода. Руль право-лево, право-лево. Уже нету Игоря. Может, эту игру? Постройка там четкая, но... Отсюда, да, все видно постройку, да? Так, оттуда подходим. Нет. Чего? Так безопасно? Так, да. Сильно не буксуй, медленно. Хорошо он здесь. Вообще на брюки уже. Там уже, наверное, все, что можно повесить. Да, вот здесь патриот. Не-не, он не перевалит на меня даже. Да я, может быть, запрыгну, а дальше он не перетянет. Его, если правда, вот так вот, то под наклоном выводить. Ладно, вылезай, вылезай. Скидывайся назад, ладно. Второй не помню. Нет, давай, ты моей тащи, я сейчас сюда затащу. Ну что, я все равно тебе мойку, мне ровно уже не хватает. Ничего страшного. Давай. Жалко. Сзади, отойди, отойди, сзади. Отходим.
Сима, ты что там крутишь? Да откуда я знаю, он тебя вылетает? Кто вылетает? Кто вообще? Вот отсюда толкнись. Еще назад откатись метр. Что, все уже ничего не вылетает. Я вылечу. Какой он выносливый, блядь. Какой наглый такой, знаешь. Паш, снизу пробуй, снизу заходи и все. Отсюда не хватит у тебя разгона. Бей правую вешку и выйдешь там. Сзади оба гребут. Вот ты сейчас научишься. Нет, блокировка. Он заварил просто. Не-не-не, у него сзади нормально. Нет, самое нет, лучшее нет. Заварить просто сателлитную чашку. Блин. Просто садиться на брюхо, угу. Вот это все. Сейчас снизу попробуй. Паш, ты снизу правую вешку, блядь, бей, там выйдешь. Что он делает? Подкопать волшеб, хочешь волшеб, через капот? Волшебный болтик подкрутит. Он лошадей кормит. Затемнил специально. Сейчас чтобы меньше батарейки. Его надо снизу, отсюда, вот сейчас, когда он снизу будет заходить, но отсюда запуск будет хорошо. Ой, борт уже нет. Вот так. Лучше отсюда. Задний работает! Да! Работает задний! Скорее всего опять, второй. Отдачу! Ага! А что вы нашли?